Здравствуйте! Добро пожаловать на канал MyLaOpt. И сегодня мы представляем вашему вниманию обзор силиконовой формы на планшете Sphere. Удивительный мир творчества в современных условиях получает значительно больше преимуществ и возможность для своей реализации в гарантии получения желаемых результатов. Силиконовые формы всевозможных форм и размеров значительно облегчают весь процесс изготовления. Детальная прорисовка всех, даже особенно мелких элементов, объемной и сложной фигуры позволяет выпекать чудесные, забавные и неповторимые кондитерские изделия, изготавливать мыло ручной работы, декоративные изделия, а также просто делать всевозможные поделки с вашим малышом. Отличным изобретением стало появление на нашем рынке силиконовых форм на планшете, позволяющих за значительной экономией времени выпекать, создавать одновременно несколько изделий. Преимущества использования силиконовых форм на планшете таковы. Безопасный качественный материал, пищевой силикон, гибкий и легкий, занимает мало места при хранении, четкая детализация рисунка, разнообразие форм и размеров, возможность создания объемных фигур, антипригарное покрытие, тесто не прилипает при выпечке, возможность готовить многое одновременно, возможность легкого извлечения готового продукта, легко мыть и хранить, экономия времени. Вот так выглядит данная формочка. Вот такая она гибкая. А вот такое изделие получается из этой формочки. В данном случае у нас это мыло. Вот такое красивое. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться, ставить лайки. До новых встреч!